Состоялось очередное заседание Совета при главе города по противодействию коррупции. На повестке 4 вопроса. Подробно присутствующие остановились на теме повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и пресечения фактов бытовой коррупции в сфере здравоохранения и образования. В своем докладе начальник управления образования Гульсина Садыкова отметила, что профилактическим мероприятиям отводится большая роль. Регулярно проводятся аппаратные совещания, на которых рассматриваются вопросы противодействия коррупции. Идет ознакомление с нормативно-правовыми документами, а также информирование руководителей образовательных организаций по направлению исключения коррупционных факторов в их деятельности. На сайте управления образования, так и на сайтах образовательных организаций размещена вся необходимая информация, если есть какие-то проблемы у жителей нашего города, чтобы они могли в любой момент обратиться как к руководителям образовательных организаций. Если же они не получили ответ на данный вопрос, они могут обратиться к нам в управление образования. Есть телефоны горячей линии, либо записаться на прием. Есть онлайн-приемная, можно записаться по телефону, либо же можно непосредственно, придя в управление образования, то также можно записаться, чтобы мы могли обсудить все необходимые вопросы. Кроме того, для обеспечения открытости в системе образования в Губкинском проводятся общегородские родительские собрания. На заседании Совета при главе города по противодействию коррупции также были рассмотрены результаты работы правоохранительных органов и другие текущие вопросы.